Сегодняшним финальным матчем завершился чемпионат области среди команд первой лиги по хоккею. Мы рады поздравить нашу команду «Саров Инвест» с убедительной победой. Она впервые в этом сезоне защищала интересы города, честь города на областном уровне. Уверенно провела этот турнир. Очень символично, что сегодня в такой прекрасный праздник команда «Саров» одержала победу. С чем их и поздравляем. Прежде чем поздравить, я хотел бы сказать добрые слова в адрес болельщиков. Болельщиков «Сарова», я вами восхищаюсь. Я благодарю вас за поддержку команды «Саров», которые приходят болельщики. Практически 8 лет отсутствовала команда «Сарова» на областном уровне. И вот после 8-летнего перерыва команда «Саров Инвест» заняла первое место среди мужских команд первой лиги. Сразу дебютант занял первое место. Я от всей души поздравляю эту команду, болельщиков, с этой победой. Надеюсь, что эта команда продолжит славные традиции саровского хоккея. Поэтому разрешите мне сейчас вручить кубок команде «Саров Инвест». Капитана прошу подъехать. Достойный соперник у вас команда Сеченова. Я думаю, тоже надо команду поздравить с серебряными медалями. Команда как никогда удачно выступила в этом сезоне. Поэтому мы тоже поздравляем ее со вторым местом. Спасибо вам! Обязаны выразить глубокую признательность компании «Саров Инвест» за то, что существует такая команда, за то, что команда очень здорово себя проявила в этом сезоне. Я с удовольствием предоставляю слово директору компании «Саров Инвест» Павлу Владимировичу Харитонову. Рад приветствовать всех любителей хоккея. Поздравляю нашу команду с победой. Мы рады, мы горды за вас, за наш саровский хоккей. Обещаем в будущем стремиться работать во благо нашего города и развивать спорт. Победой! Всем болельщикам большое спасибо. Приходите на хоккей, болейте за Саров. У нас есть группа ВКонтакте под руководством Дмитрия Урискова. И благодаря вот всем болельщикам, всем подписчикам были созданы маленькие призы. Команде Сеченова за второе место в регулярном чемпионате. Ну и команде «Саров Инвест» за первое место. Ты выходишь на лед и отражаешься в нем, и твое сердце поет, а лед пылает огнем, сливаясь, пары летят. И притяжения нет, и их скользящий полет всегда вперед и на свет.